Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Fox of War, PlayStation 1 версия американского региона, команда шпионов, Мэрди Пикс. И у нас впереди третий остров, 11-я миссия, Saving Private Rim. Ну что ж, поехали. Тут, по-моему, у них тоже все шпионы будут, а не, не все. Один, наверное, пиротехник будет. Ух ты, кто начинает-то? Так, ну давайте я обворую деревья. Начну с ближних. Ближний самый опасный. Вот с этой коробки начну. Нож. Прятки. Всякую хрень собрал. Ну, снайперку, окей, не хрень. Так, сколько у тебя? Давайте я его заражу, наверное. Аптечку возьму. Не буду долго я мучиться тут. Заразим и все. Так. Этот шпион проснулся. Может, по убежищу? Нет? Не, нашел меня. Хреново дело. Но он и своего зацепит. Лишь бы не выкинул меня за пределы карты. Ну да, своего зацепил. Я-то аптечку взял. Так, ну мне спать, наверное. Они не прячутся. Смотрите, другой рандом совсем. Бывает, что они сразу прятаться начинают. Но сейчас они решили поиграть. Да ты чего, издеваешься, что ли? Вон у тебя убежище есть. Вот, правильно. Давай, трави убежище. Минус. Мины повзрывай заодно. Своих отрави. Так, ну побежали. Наверное, аптечку брать не стоит пока что. Мало ли отравят еще. Я хочу ограбить того, кто еще не ходил, у кого я вытащил всякую хрень. Не, ну не хрень, конечно, снайпер вытащил. Надо бы ТНТ бы у него спереть. Отлично. Ядовитый газ. А что еще дашь? Понятно. Так, а ты где? А чё ты так далеко тут встал? Ни хрена себе ты тут встал. Удивляюсь. Ой, блин, а не далеко ли я его отпустил-то? Он же меня сейчас будет настреливать. Когда его ход-то вообще? А, вот сейчас. Он еще подлечится. Блин. Еще и стрельнет хорошо. Тупость я сделал. Да, на харде они не промахиваются с выстрелами. Это наказывается жестко пресекается, если ты отпустил далеко. Но я его сейчас все равно убью. Мне хочется забрать у того шпиона еще воровства. Я знаю, что у него есть. И
обчистить другого. Отлично. Вот тебя я обчистить хочу. ТНТ он уже использовал. Снайперка нужна. Есть снайперка, отлично. Ну все, вроде бы забрал у него важно. Убиваем этого пиротехника. Глобешник тебе прям заряжу. Так, ну этот теперь лишён всех привилегий. Того я тоже обобрал вроде как. Надо других отбирать. Там еще два шпиона. Может быть тебя? Мне лучше тебя. Отлично. Снайперка. ТНТ. Ядовитый газ. Давай ТНТ поставим. Вот этому. Оп, я и дерево вскрыл. Хер рейда. Так, это я где вообще? Кто это у меня? Подбитый, да? 90 хп. Ну ладно. Выдержит еще. Надо вот этого выносить. Может, удастся за пределы выкинуть. Прячусь вообще в окоп. Ну нет, он вернется. Да, подбитый. Вульфи. Так, мне, наверное, уже можно вылазить этому шпиону. Давайте. Ах, не дотянусь я, да? Хреново-то как, а? А хотя... Давай гранату я ему кину. Может, ему достаточно? Да, ему достаточно. Он ход даже пропустит. Замечательно. Так, голые шпионы. Мне надо взорвать дверь. Может, и снайперки хватит? Да, хватает. Вот, скидывают джетпак. Слетаем за медалью потом. У тебя что-то есть? А нет, вряд ли. Ну, начнем коробочки взрывать. Тридцатка хотя бы. Еще полтинчик будет. Иди сюда. Я что, своего зацепил, что ли?
Нет. Так, у Ульфи 40 хп всего остается. Он спрятался. Этот тоже прячется. Ну ладно, пойдем добивать Ульфи, я думаю. Двадцатка. Так, слетаем за медалькой. Надо только не промахнуться. Вау, только не врежься в дирижабль. Будет вообще фейл жесткий. Так, берем медаль и вылетаем отсюда. Вот я вернулся. Отлично. Так, пойдем добьем Ульфи. Отравим его напоследок. И других двоих осталось добить. Давай начну с этого дерева. Почему нет? Так, тут еще где-то в кустах прячется один. Так, а я тебя могу вот так вот сделать. Скинуть тебя. Ну ты прячешься, это понятно. Это понятно, что ты прячешься. Еще одно дерево. Так я попробую тебя на минное поле сбросить. Так хочется мне вас подорвать. Тут, правда, далековато, конечно. Я нормально скатывается. О, попал на мину. Но выжил. Семью хп. Так, где у нас второй? Вот это дерево какое? Нет, не это. Я дерево разрушил. А, вот ты где. Где он? А, он там. Как далеко-то он находится. Ну еще 40 с тебя сниму.
Кто-то не успел спрятаться. Ну ладно. О, у меня есть ТНТ. Отлично, катись отсюда. За пределы выкинул. Класс. Так, ну добиваем хер рейда. Ну все, прошли 11-ю миссию. Ничего сложного не было. 3 медали получаем. Сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующих сериях. Пока-пока.